Всем привет. Не понимаю. Хожу ищу, где покушать. Написано чайхана. Узбекская кухня. Но ни хрена не работает. Ну, уже 2021 год. Встречаем в Геленджике. Закрыто, не работает. А в 2GIS пишет, что работает. Ну, как-то неправильно. Сейчас зайдем вон в эти щи-борщи. Посмотрим, что здесь. Где-то ж нужно покушать. Ну ладно, всем пока.